Всем привет! С вами снова канал Счастливые Люди, Happy People. Сегодня я пришел в наш сад, который вы уже видели, наверное, не раз. Это наш один из самых первых садов. Вот, пришел один, без Галинки. А по какому поводу я пришел? По такому поводу, который сейчас вам покажу. Так, здесь мы видим шину. И за шиной видим яму. Вот. Вы, наверное, уже догадались, что мы будем что-то сюда сегодня сажать. Да, будем сажать мы сегодня виноград, который нам дала мама. Вот. Маленький кустик. Здесь глина. Не знаю, видно, не видно. Чисто глина, короче, земли ни капельки нету. Вообще здесь у нас земля глинозем. Ладно, сейчас покажу. Вот я набрал немножко там внизу нашего сада такую землю. Она немного с черноземом, но все равно глинозем. И вот наш виноградик. И сейчас я его буду сажать. Налил я в эту яму воды и насыпал пол ведра нашего глинозема. Так, вот после этого от мамы еще привезли вот такое вот куриное удобрение. Немножечко я его набросал на дно, получается, нашей лунки, и затем добавил немного земли, чтобы слишком не жечь корни нашего винограда. Дальше сейчас опять залью все немножко водичкой и затем уже начну сажать наш виноградик. Вот такой вот у нас виноградик. Вот уже начинают набухать почки. Ну, посмотрим, что из этого получится. Но это не профессиональное видео. Как известно, мы садоводолюбители. Сажаем для себя. Что вырастет, то вырастет. Вот так вот мы его поставили. Подсыпали земелькой. Так, теперь мы его польем водичкой. Посмотрим. Водичкой, водичкой. Одной рукой и снимать и поливать не особо удобно. Так. Все равно стараемся. Поливаем, поливаем, поливаем. Поливаем. Вот так вот мы его полили. Наш кустик винограда. Так, водичка уходит. Нормуль. И теперь нам нужно досыпать остатки земли нашей вот таким вот образом. Так, до почечек. Угу, утрамбовали еще его немножко, землю нашу, веточки вытащили, чтобы они у нас не оставались в земле. Так, посмотрим, примется, не примется. Вообще этот кустик винограда от большого винограда, который у нас в деревне, там видео в некоторых мы показывали его. Мама, получается, выращивала этот отросточек примерно около 2 лет. Да, в том году весной она его содрала. Не содрала, в смысле там обрезала или как. И посадила. И вот такой вот он за год у нее вырос. Кустик, короче. Так, ну что нам остается? Еще раз все пролить водой. Такие вот бортики вот небольшие остались, чтобы в дальнейшем поливать. И поставим нашу камеру. Пусть он у нас будет расти. Ну и вообще, по сути, у него будет искусственная поливка, когда будут дожди. Вот здесь козырек. Как раз с козырька вся вода стекает сюда. Когда мы крышу меняли, я сделал козырек там выпирающим таким побольше. Вот козырек из профнастила, и вода как раз будет вся стекать у нас сюда. Ладно, сейчас покажу, что из этого получится.
в оконцовке вот такой вот у нас кустик получился. В камере политый, с удобрением. Ну, посмотрим, как он будет у нас расти. Будем ждать урожая. Ну, не в этом году, но в ближайшие года 2-3, я думаю, будет. Если ничего не произойдет с ним. Вот такой вот кустик винограда мы посадили в саду. Ну, короче, с вами, как всегда, были счастливые люди. А именно Максим. Всем привет. И всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Будьте счастливы. Оставайтесь с нами. Всем удачи. Пока-пока.